Существуют разные виды инвестиций, однако многие жители России, в том числе и Верхней Волжье, уверены, что нет ничего надежнее собственной квартиры. Особенно сейчас, с учетом текущих цен и скачущего курса валют. Что думают об этом жители Твери, узнаем из следующего материала выпуска. Стоит ли вкладывать деньги в недвижимость? Вообще стоит, она постоянно растет в цене. У кого есть деньги лишние, тот сберегает свои вложения. У кого денег, у кого квартиры нет, да, то это, конечно, вопрос такой житейский, жить надо где-то. Поэтому тоже интересно, тоже выгодно, потому что жилье все равно растет в цене, несмотря ни на что. Это всегда имеет смысл, поскольку все дорожает, а недвижимость растет в цене. Какую лучше, может быть, квартиру приобретать? Ну, это в зависимости от обстоятельств человека. Если семейная, это перспектива на будущее, дети и так далее. Если уже в возрасте, то я лично за N плюс один, как мы проходили, N количество членов семьи, плюс один в запасе, чтобы была общая. В недвижимость всегда стоит вкладывать деньги. Это единственное, что у нас дорожает 100%. Какую квартиру лучше приобретать сейчас? Ну, я думаю, что однокомнатная квартира, студия, наиболее они сейчас ходовые такие квартиры. Можно приобрести, сдавать. Куда лучше вкладывать деньги? В недвижимость, в ценные металлы. В инвестиции, наверное, не стоит сейчас, потому что у нас ситуация с инвестиционными фондами не очень стабильная. Я бы их положил под подушку и так мягче спать.